карамелька и огромная розовая шляпа. Нет, речь не о летнем детском отдыхе, а о международном конкурсе фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», который проходил в Великом Устюге с 29 февраля по 3 марта. Слобожане удивляли реквизитом, но главное – отточенными движениями, слаженностью и необычными сюжетами творческих номеров. Эмоциональность исполнения, яркие костюмы, разнообразие танцевальных элементов. За всем этим стояла тщательная работа здесь, дома, в родном городе. Дети, которые участвовали в конкурсе, это деточки первого выезда. У них был дебют. Во-первых, они первый раз выступали с новым номером, постановку, которую делала у нас Анна Дмитриевна Шутова, это наш балетмейстер, молодой педагог, которого дети просто обожают. Номера у нее замечательные, яркие, дерзкие, озорные, что детки очень любят и ему очень нравится. Конкурс «В гостях у сказки» традиционно собирает исполнителей из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. И каждый коллектив приезжает хорошо подготовленным. Мы посадили детей в зал, мы выступали 15-м номером, и они имели возможность просмотреть выступления других коллективов. Коллективы «Ах», «Вау» и «Ух». Я вот просто не могу сказать другими словами, потому что это действительно мощь, сила, энергетика. Посмотрев, как выступают детки, наши немножечко так сначала приникли, самоуверенность как-то поубавилась, но когда мы вышли на сцену, они подали себя настолько достойно, что прекрасно смотрелись на уровне всех коллективов. И жюри оценило слобожан по достоинству. Детский образцовый ансамбль «Карамелька» стал лауреатом первой степени в своей возрастной категории. Этот конкурс был волнительный, так как мы ездили первый раз далеко так от дома. И нам очень с девочками понравилось. Были разные экскурсии, но также были хорошие впечатления о конкурсе в Великом Устюге. Понравилось очень ходить по городу, смотреть, какой он необычный, старинный такой. И конкурс сам дает такую искринку такого счастья, когда ты можешь посмотреть на другие коллективы и подумать, как еще можно украсить свой номер. Ездили на вотчину Деда Мороза. Там была тропа сказок, разные герои сказок. Она очень запомнилась. Покупали сувениры. Потом ходили в дом Деда Мороза, танцевали ему танец свой. Еще мы ходили в дом моды Деда Мороза. Хоть город и маленький, но он очень интересный, там очень красиво. В первый день, когда мы приехали, мы пошли сразу гулять. И там дошли до речки, и там было очень прям красиво. Не писать даже. А еще удалось принять участие в сводном номере. На одной сцене оказались дети из разных коллективов. Номер организаторы конкурса поставили буквально за час. Выступление «Карамелек» слобожане имели удовольствие видеть на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. На родной сцене танцоры чувствовали себя гораздо увереннее. Дома и стены помогают.